Junior. Финальный матч на серебряный кубок конференции А. И разыгрывают этот кубок Inline Group и Nordea. Inline в желтых майках, Nordea в синей форме. Inline, кстати, примечательно, что обе команды у нас сразу в полуфинал были отправлены. Там Inline одолел Тинькофф Банк в серии пенальти. Основное время закончилось ничью. Ну а несколькими минутами ранее выяснилось, что Nordea сильнее зарубеж нефти. Там победа была добыта в основное время матча. Так что в течение ближайших 20 минут, которые будут разделены перерывом между таймами, мы узнаем, кто станет новым обладателем серебряного кубка конференции А. Обе команды себя сегодня зарекомендовали, конечно, с самой лучшей стороны. И нельзя не отметить Nordea. Они заметно прибавляли по ходу матча с каждой минутой. Аут Nordea. А это у кого? Юра. Фол был? Калин. Товарищ судья, там фол, да, был? Или нет? Ну, такой динамичный, довольно. Не считая, 11-10. Это точно. Пока достаточно много видим потерь мяча, но нервничают. Футболисты чувствуют груз ответственности. Все-таки финал. Ну ничего, свыкнутся, проиграются. И думаю, что достаточно быстро это волнение лишнее уйдет. Я говорю, ты к чему? Чтобы загрузить что-то или что? Да не, ну просто я подумал, вот эти, сейчас отрабливаем на электричке. Вот этот вот защитник нормальный, с рыжей бородой. Мамедов не сумел мяч принять. То, что в хорошей сборной, когда же хочется несколько человек поставить. А тут левый фланг, ближний, когда оказался свободный, Мамедов туда сразу проникает и передача до него. Спортэк с 3-4 марта на 24-25. У нас есть ряд команд, которые будут играть. Им нужно будет сделать вынесенный тур. То есть 3 числа сыграют условно Татнефть, Меридиан, Сбербанк. То, что у них там вообще прям какие-то переезды, там, и полуспальные туры, значит, 4 команды сыграют, первый тур тут. Ну, пришли мне что-нибудь вообще, расписание какое-нибудь, всего, что будет. Эти скины. Играю, у меня оно есть, эти скины уже готовы. О, Андрюх, ну мне было бы тоже. На баскеты поставишь, по дням. Давай, ходи туда, иди туда. Даже хотя бы выходные мы не планировали. Заброс вперед, удар головой. Чуть 23-го собираюсь на работе сделать, в пинбол сходить поиграть или что. Я все переносил на 17-18, потом ты мне про пересел остался. Талан, говорю, делайте, когда хотите, пинбол. Меня не будет. Четыре с половиной минуты уже сыграно. Так и так. Пока максимально закрытый футбол видим. Там группа поддержки пора в оборот брать. Им вроде 18 исполнилось.
Я думаю, они настолько заюзные, настолько востребованы, что даже как... И какие-то они приедут, что-то с ними там, даже чтобы поговорить с ними не о чем. Очень неплохо держится мяч у инлайна в последние минуты. Уже, блин, я на тебе такую тупую фразу скажу, что ты просто все сразу отходи. Из-за первого брака. Влад, у тебя что с отборной есть уже? Да я думаю. Думаешь? Сели, осторожно. Защитника вот одну. Снова очень неторопливо инлайн пытается перейти через половину поля. Амедов. Господи, 10-1. Че они доиграют, я подумал. Таких цифр, мне кажется, не было еще никогда. Аут. Практически угловой. Три минуты еще в первом тайме есть. Безусловное игровое преимущество инлайна, но пока это не перешло в забитые мячи, у Нарды остается достаточное количество шансов. Очень уж колкая эта команда и показала свое мастерство забивать в матче против Зарубежнефти. Первыми пропустили, но потом очень удачно ответили. Первый гол забили секунд через 30 после пропущенного. Ну и второй тоже вскоре занесли в ворота. Удар Мамедова головой. Очередной хороший удар по воротам Нордеа. Росихин вносит мяч. Никто на передачу не откликнулся. А вот у этого 15-го как фамилия? 15-го? Да. Сейчас скажу. Махно. Я вот защитник предлагаю взять 9-й номер у Нордеа. По-моему, он неплохо стоит. Именно как защитник. Это кто? А? А, Росихин? Да, да, можно. Последние 15 секунд в первом тайме.
универсала я взял Мадьярова. Время, отведенное на первый тайм, окончено. После небольшого перерыва продолжаем смотреть футбол. Пошли в отбор, пошли в отбор, пошли в отбор. Все? Да. Андрюх. Серега, 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 Серега! Итак, второй тайм финального матча, где встречаются Inline Group и Nordea. 0-0 у нас после первого тайма. Единственное, что видели, это нарушение правил. И то одно от Nordea. Nordea без нарушений правил тоже играть не может. Это надо понимать. Ну и к тому же один фол. Уж для финального матча это совсем немного. А вот Синько и был Леденек Егор. Тоже неплохой, кстати, был. Ну, подавший. Шанс для инлайна. Аккурат в девятку. Мяч направлен. 1-0. Инлайн выходит вперед. Может, 11-го вот этот возьмем? Васильева. Он в прошлом матче зайдет. Ну что ж, полторы минуты второго тайма оказались интереснее, чем вся первая десятиминутка. Дай бог, чтоб так дальше шло. Он там пас отдал. Ну, ничего. Че, он пас отдал? Ну, пойдет, я его поставил. Защитник остался. А защитника я больше позакрываю. Nordea пытается забрать мяч под контроль. И вратарь, кстати, уже пересек центр поля. Ну, рискованно так передачи делать, играя без голкипера. Удар поворотом немного неточный. Назад, подожди, Андрей! Назад, все! Баннеры. Там два баннера черных. Голапа. Ускоряется игра. Нарушение правил здесь в центре. Проверь, чтобы все нормально уложили. Хорошо, эти мы снимаем баннер. Да не же снимаем, забираем. Чтобы не было этого рада, как раз с PlayStation и так далее. Проще. Мамедов. Он минуту поля с мячом прошел. Фол, и увидим штрафной, потенциально очень опасный, около 7 метров до ворот. Второй. Удар, мяч попадает в стенку. Это свободный, да? Штрафной. Филатов. Тайм-аут берет инлайн. Берется там.
дай. Ну не надо вторым помогать. Своим, своим, своим. Смотрели матч, похож на оригинальный. Смотри, на сайте другие фотки абсолютно. А что сколько стоит? В нете. Дело конкретно. Он поехал в группу, а не видно. Ну что ж, последняя четверть матча. С мячом, передачу хорошую, зрячую делал. Контратака инлайна. Удар издали нарды. И дальше можно налево. Закопил прям. Давай, не можем! Принял щами. Тихо, на поле не бегай. Момент у инлайна очередной. Кирюха, помнишь, для финальных матчей с номерами нужно сказать. Разбор сделать. Хороший перевод головой с одного фланга на другой. Штанга здесь помогает Нарде и сохраняет интригу в матче. Я добавлю. Пару минут. Даже больше, чем пару добавил.
Продолжается матч, там два мяча на площадке оказались, из-за этого пришлось игру останавливать. И вратарь уже, вратарь Нарде не возвращается на свою половину поля. Чистая, не забудь. Да, я не забуду. Филатов, ух, как сейчас чуть не ошибся. Бьет Мамедов выше ворот. По пустым промахнулся. И вот уже пошла последняя чистая минута. Мамедов, ну, снова мог пробить по пустым. Че, Мамедова поставим в защиту, да? Да, 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 поставь. Я хотел тебе предложить. Хорошо, не бойся. Это же 10-й, да, который? Да. Эх, голевую смотрелась эта атака у Нарде. Геометрически правильная, с большим количеством передач, переводов с одного фланга на другой. И вратарь! Как правильно! Буквально почувствовал, куда мяч отскочит после того, как его добьет его коллега из инлайна. И Нарде сравнивает счет 1-1. Вот это действительно целеустремленность. И 25 секунд остается до финального свистка. Да, там вратарь забил же, да? Давай, Серж. Последние секунды. Я бы поспорил насчет вратаря, кстати. Назад, Серж. Вообще, ну, он прошлую игру, он тоже, блин, он хорошо там подтаскивает, зарубежник. И тут сейчас решил. Все, финальный свисток и смотрим серию пенальти. Сейчас кто-нибудь из них потащит. И смотрим серию пенальти. Первый удар за инлайном. Нет, нет, здесь. Там не надо. Точный удар. Это надо взять. Теперь первый удар Нарде. Филатов. Точен. Ну что, везло может быть?
Второй удар у инлайна. Тоже точно, аккурат под перекладину ложится мяч. Андрей, ты не очень пробил. Нормально у вас средний. Паша, помнишь, как ты так слабо был? Паша, помнишь, как мы проиграли? Ты что? Я боялся. Ебашь со всей силы, чтоб наверняка. Да, да, он все проиграл. Сила, приносимый путь. Очень точно. 2-2. Третий решающий, возможно, удары. От штанги мяч летает в ворота. Давай, возьмешь, смотри. Точно в девятку. И теперь до первого промаха. Ошивочников решил заменить вратаря. Давай, настройся, Вань, настройся, ты разбиваешь. Ошивочников был очень близок к тому, чтобы мяч потащить. Вань, второй гол. Филатов забивает. Хорошо. Сань, хороший разбег. Хороший разбег сделай. И в пятый раз инлайн точен. И пятый пенальти тоже забивает Нордеа. Блин, это не торопись. Еще не скоро. Настройся, Андрей. Снова точно. Смотрим ответ Нордеа. Будет и седьмой пенальти. Настройся хорошо, Хороший разбег, Вань.
такой. Андрей, он большой? Не падай, стой, попадешь к тебе. Ну что ж, возможность хорошая сейчас появляется у Нордеа, чтобы забрать себе серебряный кубок конференции, а нужно один раз точно ударить. Удар прямо в девятку, и серебряный кубок конференции забивает Нордеа.